В это теплое, праздничное и совершенно точно памятное утро для них, новоиспеченных героинь, милых мам, весело и громко исполнил музыкальное поздравление военный оркестр 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской краснознаменной бригады. В рамках акции «Беларусь. Крыница натхнения» проводится душевное, по-детски доброе мероприятие «Подари немауляти вышиванку», в рамках которого активисты БРСМ поздравляли мам, родивших новое поколение брещан. 25 малышей получили свои первые подарки – вышиванки с национальным белорусским орнаментом. Я думаю, что эти вышиванки должны стать таким семейным оберегом, семейной реликвией этих молодых людей, ну и девчат, и ребят, которые родились совсем недавно. Это такая добрая, хорошая акция, она будет проходит на территории всей области и будет проходить вплоть до 3 июля, до Дня независимости нашей страны. Очень важно, что молодые граждане у нас рождаются. Даже сейчас такая 25 молодых людей, которым мы будем поздравлять, это тоже здоровская цифра. Это особенное время для каждой из мам. Сложности забудутся, этот счастливый момент останется у них в душе и памяти навсегда. Кто-то из мам в роддоме уже третий раз, кто-то в шестой. Особенно это не всегда простой период для мам, у которых такой опыт случился впервые. Но они счастливы, это главное. Первый день нет. Первый день ты ничего не понимаешь, а потом, когда ты видишь своего малыша, конечно. Потом появляются все эти чувства, и, ну, все, это твоя жизнь. Это очень большое счастье, очень большая радость. Ну, это ни с чем не сравнить. Волнение было, конечно, когда забеременела, в шестой раз было волнение, перед родами было волнение, а сейчас родила, уже все хорошо, сидишь, улыбаешься, смотришь на него, и все нормально. Не повлияла на работу роддома и коронавирусная инфекция. Сейчас в Брестском роддоме довольно стабильная и позитивная статистика рождаемости, ее показатели ничем не хуже, чем в прошлом году. Если сравнивать статистические показатели за 5 месяцев прошлого года и за 5 месяцев текущего, то мы даже в плюсе по Брестскому роддому. Всего лишь на 5, но все-таки больше родов, чем в прошлом году за 5 месяцев. Детей мы родили столько же, сколько в прошлом году. Вот. В этом году мы родили 20, у нас было 22 двойни, в прошлом году было 23, но зато в этом году у нас еще была тройня. Вот. Ну, что можно еще сказать по этому поводу? Я думаю, что в минусы мы не пойдем, работы у нас хватает. Вот. Женщины идут, женщины звонят, женщины просятся к нам рожать. Вот. Мы все-таки перинатальный центр третьего уровня. Уровень оказания медицинской помощи у нас, скажем так, высокий. Алена Миневич, Эдуард Букнович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.